Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие», и с вами я, Ирина Резвая. Вот видите, грязные окна, конечно же. Ничего, скоро будет тепло, все намою. На улице мрачно, солнышка нет, грязно. Ну, а что я вам хочу показать? А я вам хочу показать, что я все-таки сделала. Посмотрите. И все-таки я сделала. Советы послушала разные. Девочки на WhatsApp мне голосовые посылали. Я посадила петунью. Получится? Значит, получится. А нет? Значит, нет. Смотрите, сколько высажено. Раз, два, три. Восемь. Восемь капсул. В одной было, по-моему, четыре, что ли. Или пять. В остальных было по семь. Все у меня здесь сделано. Сейчас я вам покажу, как я этим занималась. Кому интересно, я делала это первый раз. Поэтому посмотрите, критикуйте, пишите. В общем, подготовилась я конкретно. Таблетки, контейнеры, потому что подготовилась конкретно я только сегодня или вчера. Приготовила контейнеры. У меня кипит чайник, потому что мне надо... будет горячей водой заливать таблетки. Я посмотрела много видео, я послушала ваши советы. Друзья, я все-таки рискну, попробую. Это будет мой первый опыт. Сейчас я часть петуний посажу. Зайдут, так зайдут. Нет, ну, значит, так было угодно. Как говорится, да? Угодно и не угодно мне. Пробуем. Волнуюсь, да, волнуюсь. Значит, сейчас мне надо будет горячей водой пролить вот эти таблетки. Так, друзья, что я сейчас буду делать? Я сейчас залью их горячей водой. Мне, конечно, надо было бы перчатки одеть. Но попозже одену. Вот так вот сделаю я 4. Наверное, мне надо сделать вот так вот. Их не обязательно прям... большое расстояние. Мне надо купить вермикулит. Обязательно. Потому что вот такой дают добрый совет, чтобы не пересыхали таблеточки. Вот я не знаю, расстояние, наверное, у меня очень маленькое. Ну, посмотрим. Вроде как они тоже, да, вот на видео я смотрю, они вроде как и рядышком. Тут вот так вот буду складывать их. Так. Один контейнер. Дальше. Что получится, то получится. Опыт, может быть, который не принесет каких-то результатов, но, по крайней мере, я уже буду знать какие-нибудь там ошибки. Я буду знать, что что-то я сделала неправильно. Вот я не знаю, вот здесь вроде как посвободнее они. Вот видите, здесь они посвободнее, но они разбухнут. Но они же разбухнут прям не до такой же степени, что... Ах, как, может быть, здесь я... Здесь у меня посвободнее, а здесь, наверное, очень тесно, да? Очень, может, тесно. Может, вот так вот как-то сделать. Давайте вот так вот одну здесь уберу, чтобы было посвободнее. И еще одну сделаю. Еще одну. Вот здесь у меня есть повыше. Ну, в принципе, куда так высоко? Вот эти нормально. Это вот я из-под грибов взяла, полоснула. Давай еще вот такую возьму. Вот. В принципе, можно и вот эту. Ну-ка, она повыше, нет? Нет, такая же. Такая же. Такая же. Четыре штучки. Сейчас залью горячей водой. Потому что садоводы советуют. Все равно, говорит, будет мох. Каким-то мохом покрываться. Если они настоящие, конечно, торфяные. Да и чтобы обеззаразить. Прежде чем высаживать семена, надо будет пролить горячей водой. Так, ну что? Так. Вроде как и не тесно, да? А, ну вот еще остались. Еще остались. Единственное, что знаете чего? Я не знаю,
По две мне садить советуют. Конечно, по два семечка садить. Потом можно будет их разъединить. Бусинка хватит. Разъединить можно будет. Вот так советуют. Слушайте, может мне... Ну, здесь очень, да, как-то свободно. Ну-ка. Может быть, здесь-то не особо, не знаю. Вот кто сейчас, конечно, профессионал, тот смотрит и удивляется. А не удивляйтесь, друзья. Все когда-то начинают. Все когда-то начинают. Подождите, вы еще поржете надо мной, когда я буду в огородах копаться. Это вообще будет жестоко. Так, ну что, у меня горячая вода. И я начинаю. Ой, ёшкин кот, как они быстро-то, оказывается, набухают. Ничего себе. Они должны быть во влаге. Мама дорогая, что делается-то? Они не должны. Если внизу есть вода, значит, это хорошо. Должна немножечко, она говорит, быть вода. Вот девушка, которая показывает, как она высаживает. Так. Ни хрена себе, они как поднимаются. Что-то мне воды-то маловато будет. Ну-ка. Бусёныш, хватит завывать. Вот это мало. Так, еще мне надо, знаете, чего подготовить? Сейчас я, знаете, сделаю еще воды, наверное, кипяченой. И мне надо подготовить эту пшикалку. Пульверизатор. Так, вот эти вот штучки, если они, говорит, мешают, их надо будет снять. Вы посмотрите, воды-то мало мне. Я думала, что они не так разбухают. Ну-ка. Вот эти вот штучки сверху, если они сейчас не разбухнут, да, то их надо немножечко подрезать. Так, ну что, я ставлю чайник, чтобы у меня еще была вода. Вот сейчас они набухнут. Видите, как много влаги-то впитывают. Ё-моё. Как интересно-то, господи. Смотрите-ка, я деловая такая колбаса. Приготовила и палочки-то. Ну все, они разбухли, и я так понимаю, что можно их, чтобы они не падали, сделать все-таки, да, как я и говорила, у меня, наверное, тесно, но можно и почаще, потеснее сделать. Вот, там внизу еще водичка, вот здесь вот можно один, не надо срочно за вермикулитом идти, или Коле написать, он с работы заедет. Здесь мне нужен контейнер поменьше, вот такой вот я возьму. Потому что здесь они будут падать. Вот так вот. Переставлю. Все, кипяточком я их пролила. Сейчас мне нужно будет снять верхний. Вот здесь тоже, видите, тесновато будет. Ой, большевато. Ладно, ничего, я так думаю. Так. Ничего, я так думаю. Сейчас, где у меня... тряпочки. Итак, теперь подрезать надо. Подрезать вот эти вот верхние штуки. Потому что... А где у меня? Есть где-то, наверное, маникюрные. Может, у меня ножницы. Может, этими. Вот так вот я сверху их сейчас... Да, вот так вот надо их срезать. Они не растворяются. Вот девчонка-то тоже в интернете говорит, что их надо убрать. Вот эти вот мешочки надо сверху убрать. Так. Ну, еще суховато. Еще надо бы, наверное, мне подержать их в водичке. Сейчас я принесу другие ножницы, наверное. А может, у меня и нет других-то. Ну-ка. Так вот их надо обрезать. Видите, они не особо растворяются-то. Может подождать. Хотя, что ждать, надо все равно убирать. Вот так вот. Ой, так вот.
сделать их. Видите? В принципе, если они разбухнут, может, они сами... Вон они снимаются. Вообще-то сверху-то... Да. Когда не знаешь, какие покупать. В принципе, они, наверное, все одинаковые. Вот так вот. Вот этот мне... Вот этот вообще полностью растворился. Они еще сухие. Может быть, им дать постоять немножечко, они растворятся. Как вы думаете? Давайте еще немножечко подождем. Ну вот, смотрите, я сейчас проведу эксперимент. Да, вот здесь я помогла этим таблеточкам. Но торф должен... А, вот все, он впитался. Этим помогла. Здесь пусть пока разбухают, они легко... Легко с них этот верх снимается. Все равно ножницами, да, как я и посмотрела тоже в видео, ножницами надо немножечко помочь. Здесь одна таблеточка такая у меня, как будто бы развалившаяся одна попалась. Если здесь будет редко, если больше не набухнут, то я перенесу, немножечко их скомпоную. Так, ну что, начнем. Вскрою вот эту вот я петунью. Угу. Чтобы мне не нарушить тут, знаете, да, потом будет вырезать, ну, какая тут будет петунья, все-таки зафиксировать. Так, ну что? Сколько здесь семечек у нас? Ну-ка посмотрим. Угу. Теперь вот здесь у меня какие-то вон капельки. Какие-то капельки. Вот, посмотрите. На столе я вот сейчас намочу вот такую палочку. Так. Такая палочка. Все тут разровняю. Сделаю. Ой, ну что, начнем, девчонки, начнем. Так, здесь надо мне выровнять. Главное, чтобы они не упали. Да я, видите, в капельку вот здесь на столе окунаю, чтобы палочка была сырая. Все у меня вот так вот будет. Это я, знаете, еще не только для видео, да, для себя, для истории, как Ира выращивала петунию тогда, когда ее уже поздно выращивать. Ничего. Посмотрим, что будет дальше. У меня ведь там где-то еще есть открытая. Так. Ну вот смотрите, да, еще бы сюда бы два семечка. Вот как вот я помечу, что это у меня она такая. Вот как? Или пофиг? Ну-ка. Так вот что ли мне... делать как-то, я не знаю, мне нужно ее. Угу. Так, может быть, мне вот так вот ее потом, если только на видео пересмотреть, да. Какая тут будет петунья. Тут
Это вот не такая будет. Ну ладно, это я потом, если что, видео, как говорится, пересмотрим. Так, дальше. Что дальше? Дальше вот здесь. У меня ведь там есть петунья, которая, знаете, что? Надо ее вообще сделать. Ее уже на следующий год я буду выращивать просто в земле. До этих, до, ну, до больших саженцев. Она мелкая-мелкая. Вот тут здесь, ну, здесь я совершила, конечно, ошибку. Ничего страшного, я думаю, не будет. На следующий год я сделаю более красиво, чем сейчас. Надеюсь, следующий год для нас, для всех наступит. Так. И вот эти даже капсулки. Я одну пачку распечатала, в эту капсулу ее складу. И пусть будет. Итак, здесь еще надо. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь в одной где-то, да? Семь. Угу. Все по семь. Да, видите, Васильевна говорит, можно вот так вот по две, а потом разъединить. Вряд ли это получится, конечно, потому что, ну, может, они еще раз бухнут, хотя, наверное, уже нет. Так. Ну вот, с этой я закончила, да, вот с этой ложечкой. Так, вот так вот я сделаю. Это белое будет у меня, да? Вот так вот. Потом, если что. Вот так вот. Это чтобы не потерялось. А это я сейчас уберу. А, наверное, вот пленочку советуют пленочкой накрывать. И как вы думаете, вот эти шапочки подойдут? Интересно, или нет? Всяко подойдут, да? Тем более ведь надо будет эти их, как оно называется? Ну, дайте-ка я сейчас все вроде. Ага, так, так надо их аккуратно, аккуратно. Вот это вот сверху. Ну-ка, что-то у меня... Растворить, как будто бы вот... Она должна раствориться, вот эта пленочка сверху. Должны. Пленочка должна с них, с этого дрожжа раствориться. Ну-ка. Ой, сырости-то навела. Етишкин жизнь. Так, смотрите, да, их же надо будет проветривать. Поэтому... Я считаю, что вот так будет нормально. Как вы думаете? Тем более у меня подоконники такие горячие. Они вот серьезно, они горячие прям. Потому что они стоят на батареях. Так, ну что, это убираем. Это убираем. Так, теперь, наверное, вот эту надо начать. Нет, вот здесь больше растворилось. И... Мне придется сделать меньший контейнер, потому что они же у меня будут падать. Сейчас я уберу сверху, все-таки сверху я уберу вот эти вот штучки. Вроде бы и снимается, но не снимается. Ну ладно, ничего, сейчас я это сделаю. Ну что, вот все, в принципе, так я сделала. Вот так. Так. Ручки ополосну сейчас. Господи, чуть тряпочкой не смахнула. Так, здесь в капельку. Да, там-то, конечно, я пометила, какая, да?
деловая такая интересная вообще. А, ну так я вот сюда ее, вот, если что, вот так вот. Так, в принципе, какая разница, какие? Просто потом по видео погляжу, да и все. Подумаешь. Слушайте, как удобно, оказывается, вот такими палочками водичку. Раз. Вроде бы и не зубочистка, да? Угу. Ой, я тут не разровняла же. Я ж тут... Да вроде ровненько все. В некоторых есть углубления, наверное, которые побольше. Я, наверное, взяла, может, качество не такое. Но должно взойти, в принципе. Ой, представляете, она вообще вон... Ой, как они растворяются. Вы посмотрите, как они растворяются. Это вот она постояла немножко в блюдечке, да? И как она быстро растворилась. Так, ну что, еще одну беру. Еще одну беру. Так, знаете, что я тут сделаю? Кручу-верчу, запутать хочу, да, называется. Вот так сделаю. Потому что, как бы мне, да, оградить ее. Вот так вот. Ну и, в принципе, как фиксатор. Вот теперь вот эту возьму. Такая у меня. Такая у меня она. Просто, чтобы мне не нарушить эту бумажечку. Тоже, вон, видите, как они быстро, оказывается. Вот эти пимпочки. Вот эти пимпочки, интересно, еще для чего можно приспособить? Может, у кого-то есть какой-то лайфхак, как мы сейчас говорим? А? Смотрите, у меня вот будет три их. Интересно, они для чего-нибудь подходят? Так, все, намачиваем. А здесь прям так много. Смотрите, да? Здесь нифига не 7. Здесь 5. Положить забыли здесь. Не забыли, пожалели. Придется здесь еще одну мне. Так, вот это мне не пойдет. Мне нужно с капсулами. Придется мне здесь еще одну. Триумфатор. Триумфатор, ёшкин кот, матрёшкин. Так. Триумфатора мне мало оказалось. Еще бы одно бы семечко. Зажали. Зажали. Да? Вот вы пишете, да, не сади. А я ведь, посмотрите, все равно решила попробовать. Так. Ну-ка. Вот, а здесь, смотрите, да, а здесь 7. Так, 1. Угу. Так, это убирать аккуратненько, а то ведь я высажу здесь петунью на пол. Так, ну все, я сейчас вот
вам показала, да, как я это делать учусь. Теперь я накрываю это снова шапочкой. Такой вот, да, шапочкой. Она, в принципе, держит плотно. Вот. И, друзья, сейчас я сделаю здесь другие контейнеры, а эти пока я уберу и уже вам покажу, когда все сделаю. Так, ну сейчас я тут все разберу, всю посуду, контейнеры, которые мне не пригодились. В общем, я все-таки решила посадить. Так, угу. Потому что это будет мой первый опыт. Я уже, знаете, с кем советовалась, да, кто девчонки говорили, что уже сажали в это время и зацвела где-то петуния, ну, может, в июле. Ну, смотря какое тоже у нас будет до лета, смотря будет какая весна, ничего страшного, если взойдет позже. По крайней мере, я вот на этой, если это будет ошибка, я на этой ошибке я уже буду знать, да, когда сажать, как сажать. Это будет, это у меня, девчонки, в первый раз. Говорю, обращаюсь именно к девчонкам, потому что, ну, мальчишкам, естественно, это неинтересно. Я Коле позову, Коля мне звонит, вернее, да. А чем занимаешься? Он уже покушал, пообедал. Я говорю, цветы сажаю. Ну, все, все, о цветах ему, они пусть растут. А то, как я это делала, конечно, ему будет неинтересно. Вот поэтому я и говорю. Хотя садоводы, которые, вот я смотрю, да, столько ребята молодые, мужчины молодые, как все рассказывают, все доступно, красиво. Какие плантации цветов, это просто, ой, вообще, красота. Одно меня радует, знаете, нет, не одно меня радует, неправильно я говорю. Это, конечно, затягивает, мне нравится. Я сейчас еще хочу, я не совсем поняла, вот, с астрами, хочу астры посадить. Не совсем поняла, надо их сейчас сажать или их уже потом в грунт. Кто-то пишет грунт и укрыть потом материалом. С панбондом, или как он правильно называется, скоро все я выучу, все как называется, чем укрывать, когда сажать, все, я, видите, уже говорю, не садить, а сажать, я уже такая путнее становлюсь. Оставила обед на потом, сейчас буду варить обед, здесь немножечко прибираю, вчера, представляете, я не обтерла газовую плиту, вот как такое может быть, я оставила на ночь. Газовую плиту не обтертые. Ну и ладно. Ничего страшного. Я же не одна такая, да? Поднимайте руки, кто такой же, как я. Так. Что еще? Вот эти вот штучки-то. Штучки-дрючки, которые. Я высыпала один пакет вот такой петунии. Ну, не знаю. Я же не знаю, что и как, да? Возможно, там еще... Есть, надо аккуратненько мне посмотреть сейчас. И я вот в эту капсулку, сейчас все семена переложу. Это сырая. Мне надо, чтобы они высохли. Я которые намыла, они еще влажные. Вот высохнут, я пересыплю здесь эту петунию. Я уже буду знать, что ее надо на следующий год уже где-то, наверное, в конце января, наверное, высаживать. Потому что она, ой, какая маленькая, она уже точно не зайдет. Я очень надеюсь на гранулированную петунию. Очень надеюсь, что у меня все получится. Она все равно должна взойти. Вы знаете, много посадила-то, да? Я думала, что у меня ее, этой петунии, много. А вон, посмотрите. Все, пакетики закончились. Остались вот только вот такой сорт, который называется... А здесь смесь сортов. А здесь она... Какая она вообще петунья-то? Какая хоть она? Как хоть называешься-то ты? Ампельная. В общем, я сейчас пересыплю все в эту в капсулку. Ну, возможно, они, эти капсулки, и пригодятся, да? Кто вот такие капсулки собирает и для чего? Напишите, пожалуйста, потому что я еще пока во всем этом деле не совсем алло, можно так сказать. Я не говорю, да, я ухаживала за цветами, когда маленькая была, но они как бы уже были готовые, высаженные, да? Или, например, вот я сажала гладиолусы, и я не помню, я как астры. Не могу вспомнить. Мне кажется, я семенами прямо их сажала. Я не могла их дома вырастить. А может, вырастила. Короче, не знаю. Посмотрим. Вот я не совсем поняла, их сейчас можно сажать или нет.
Может быть, рано, а вдруг рано? А когда еще у нас будет тепло? Короче, бусинки в комнату теперь вход заказан. Все. Ее любимый подоконник будет закрыт. И если я вот буду, например, сейчас вот на дачу уезжать, когда уже буксир пойдет, то я Кирюше строго-настрого скажу, чтобы он ее... уберу. Чистые хоть тяпочки, но уберу. Чтобы он ее строго-настрого туда не впускал. От нее, во-первых, шерсть. Во-вторых, она все разбырдает. Ей же интересно будет, что там под этими шапочками. В общем, я сейчас в такой эйфории нахожусь, конечно. И если у меня все... Если не получится, значит, будет у вас лишний раз повод мне сказать, мы же тебе говорили, ну, а если получится, то я такая, да, я крутая девчонка такая буду, да, я вырастила петунью, и хоть она у меня зацвела поздно, я так буду счастлива, в общем, крутая, 52 уже будет в июле, 52-летняя такая крутая девчонка я буду, вот так вот. Ну, а сейчас мне надо уже делать другие дела, которые уже не касаются... Не касаются моих цветов. Мне сейчас надо все это дело будет пересыпать, убрать. Буся, вот половик чистый, постелен уже весь в шерсти. Половик этот уже, его надо опять кончики обрезать, подшивать. Его надо выстирать и увезти в баню. Этот половичок мне еще Лариса дарила на юбилей. И я его стираю так часто. Обремкались только края. Короче, его надо подремонтировать и на дачу в баню увезти. Здесь у меня еще один, он в стирке. Так, ну что, надо заниматься делами. У меня скоро Кирюха придет со школы. А я... У меня еще есть контейнеры, мне надо землю. И вот вермикулит. Да, если я не забыла, да, в начале ролика. Вернее, вам сейчас покажу, как я о нем говорила как раз, что он тоже нужен, чтобы влагу задерживать. Все, что сейчас об этом говорить? Посадила и посадила... Теперь будем ждать результатов. Буду каждый день проверять, буду смотреть видео, буду учиться, ну и набирать опыт. Так, все, друзья, заканчиваю я и начинаю я готовить обед. А мы еще, ну, может, и увидимся сегодня. Все, всем пока.